Всем привет! Добро пожаловать в Ролок на пару. Сегодня у нас 36 градусов должно быть. Пойдем сейчас на балкон. А, здесь вообще парилка. Но не парилка. Ой. Манечка, да. Не парилка, потому что всего 37% влажности. И прям вот хорошо так. Вчера было за 70. И поэтому действительно была парилка. Я сейчас уже буду выставлять. Сейчас начало первого. Буду выставлять цветы. Ну, не выставлять, а передвигать на место. Один ящик. Второй еще пока нельзя переставлять. Потому что там солнце. Я сегодня в платье из H&M. Ну, я не знаю, платье, сарафан. И в очень оригинальном наряде. У меня на коленке повязка, потому что что-то с коленкой случилось. Я ночью вставала и прямо наступила на ногу. И так больно стало. Ну, думаю, отлежала, наверное, пройдет. А сейчас прям хожу еле-еле. Намазала, завязала. Вот. Погода, на самом деле, правда, хорошо, когда низкая влажность. Очень хорошо себя чувствую. Завтра 38. Наверное, завтра мне придется идти в магазин. Но я хочу встать пораньше, сбегать, чтобы потом уже жару всю дома пересидеть. Сейчас я вам покажу, вот что это там за сугроб такой. Что это за сугроб такой? А, сугроб с языком. Я же ее подстригла. Ей теперь, видимо, холодно с кондиционером. Сегодня на завтрак у меня кускус с ягодами и орешками кэшью. Всем приятного аппетита! Всем привет! Добро пожаловать в Ролок на пару. Или мама уже с вами поздоровалась. Наверняка даже. Я иду от стоматолога. Вроде бы... Это как раз мне оттуда написали. Вроде бы, ура, свич мой прошел. И мы можем снова ставить, ну, уже постоянную, совсем постоянную коронку. Будем на это надеяться. Это будет только через пару недель. Но все равно это радует. Вот, там я еще по, ну, там еще по делам зашла на цветном. И... Я делала заказ в Утконосе, но забыла заказать салфетки, поэтому мне нужно сейчас в магазин еще зайти за салфетками косметическими. Они совсем закончились. Я там скотчи, мусорный пакет, вот это все химическое заказала, а салфетки забыла. Вот. Небо такое голубое, красивое. Что вы его не видите? Оно не фокусируется. А, тучки набежали. Только что было небо абсолютно голубое, я с мамой разговаривала по WhatsApp и на фоне голубого неба, потому что я телефон внизу все время держу. Вот, все зеленеет, все цветет замечательно, красивенько. Время обеда, перловка сегодня хорошо разварилась. Это рыбка лубина, окунь морской и сате из овощей. Кабачки, баклажаны, перчик, помидорка, что тут еще, лук, петрушка, кинза. Приятного аппетита! И в качестве приправы сериал «Миллиарды». Уже несколько дней собираюсь помыть кисточки, наконец это осуществилось. Наливаю теплую водичку, в нее вот этот шампунь Make Up For Ever. Сейчас мы его сконцентрируем. Вот этот шампунь Make Up For Ever. Это и для спонжа, и для кисточек. Очень хорошо промывает. Но вот это уже вторая вода. Поэтому, видите, уже достаточно чисто. Сейчас еще немножко полежит. Полежат кисточки, и я их буду промывать. Ко мне приехала бандеролька Oriflame, то есть заказ.
И мы сейчас с вами посмотрим, что же приехало. Я, честно говоря, уже сама забыла, что мы заказывали. Но это я точно не заказывала. Это мама знает. Ой, 3 штуки заказала. Это такая... тряпочка. Назовем ее тряпочкой. Треугольничек. Очень мягкая. Она просто невероятно мягкая. И маме она очень нравится. Ее даже можно стирать... в стиральной машинке, но она для снятия макияжа, там, для умывания, в общем. Ух ты! Это все для меня, видите, сюрприз. А, тоже, видимо, мама заказала вот эти восковые полосочки. Каждое лето она заказывает их. Я, честно говоря, не то что боюсь, но мне неприятно их использовать, потому что это очень больно! Вот, так что я их не использую, это только ее развлечение. Так, что у нас еще здесь? Так, маски Nov Age. Это питательная, по-моему, маска. Там их уже 5 штук, по-моему, разных, вот этих тканевых масок. Так, витаминки для волос и ногтей, тоже для мамы. Вот эта щеточка, ну, обычно ее тоже берет мама, но я у нее ворую щеточку и использую тоже иногда для чистки ногтей, рук. Вот, 3 штуки. Ух ты, круто. Так, еще мы заказали новый комплекс с морским кальцием и витамином... А он не сфокусировался, ну-ка. Вот, с морским кальцием и витамином D. Будем пробовать. Я буду первая, видимо, пробовать. Ой, там, вон, мел, кальций. В каких-то фильмах советских иногда там прям откусывали мел, жевали. И мне сначала было это странно, пока я не узнала, что это, собственно, такой источник кальция. Вот. Так что будем пробовать. Я думаю, что это не такой быстрый результат, как... Ну, может быть, как от косметики, поэтому быстро отзывы не ожидайте. Это мы то обе заказали. Я по старой памяти называю гель с пантенолом эти средства. Но это кондиционер для ресниц и бровей. Ой, сегодня велнеса очень много. Еще один нутрикомплекс для волос и ногтей. А почему они в разных упаковках? Один в старой упаковке, другой в новой упаковке. Что-то непонятное. Так, Wellness Pack. Это тоже мама заказала. Ну, как заказала, это подписка. И в этом месяце Wellness Pack в подарок, получается, идет. Оба Wellness Pack, потому что у нас 2 подписки сделаны. Ноги! Видите, мы очень много всего для ног заказываем. Ну, честно говоря, мне очень нравятся все средства для ног в Oriflame. И если сравнивать там с какими-то более дорогими марками, я лично, но это возможно только я, может быть кто-то другого мнения, но я лично не вижу особой разницы в использовании, например, средств Oriflame и там, не знаю, немецких каких-нибудь фирм. Вот, может быть, у меня просто в таком состоянии ноги, что я не особо ощущаю разницы. Вот это... расслабляющее, успокаивающее средство для усталых ног, это гель. Мне, кстати говоря, больше нравилось, когда была пенка. Вот раньше была пенка, такая тоже снимающая усталость. Она была просто офигенная. Она еще трещала, когда наносишь. Ну, хруст такой был пенки. И она просто моментально снимала всю усталость. Ну, гель тоже ничего, конечно. Так, это сыворотка для загрубевших таких мест с салициловой кислотой, размягчающая сыворотка. И такой тоже крем, смягчающий с тоже какой-то кислотой для загрубевших пяток, в общем. И вот все время, что я о нем рассказываю, он не в фокусе. Да что ж такое? Та-дам! Ура, наконец-то в фокусе. Вот, в общем, для загрубевших пяток. Кремик. И последнее, что у нас здесь есть, это, конечно же, капсулы Nov Age. У меня, по-моему, это уже 3-я банка, которую я повезу в Испанию. Так, и новый каталог.
который я посмотрю прямо сейчас. Волос стало меньше, а замашки все те же. Да? Все те же? Да, да, да. Вот мы так заправляем. Пуфик. Да? Пуфик, ты зачем забрал наши одеяльца? Уже это теперь не наши пледы, это Басины пледы, да? Бася, скажи что-нибудь народу, а не хвостиком виляет, а ты говоришь что-то, да? Ну ладно, забирай свои пледики. У нас уже теплее стало, и я их периодически с кошкой теперь выпускаю греться на террасу. Оказывается, они мерзнут. То, что хорошо мне, не всегда хорошо животным. Все, легли. Вот, довольные. 100 китайцев, вы где? Довольные 100 китайцев. Я сегодня как настоящая испанка, у меня сиеста только что была. Я вот без Ани на диван сажусь, по-моему, второй или третий раз. Ну, сейчас я легла, потому что нога ужасно болит, колено. Вообще, у меня так никогда в жизни колено не болело. Ну, знаете, больно бывает, когда поднимаешься по лестнице, ну, так, чтобы вот болело просто... Притронуться больно было, у меня такого никогда в жизни не было. И, в общем, очень хочется тепла. Я укрыла ногу этим пледом. У меня ничего шерстяного нет, хотя можно, конечно, достать шерстяной свитер, замотать ногу. Ну, сейчас подумаю. В общем, короче говоря, я легла на диван с компьютером. И представляете, вырубилась просто вообще. Ко мне тут же собака пришла и кошка пришла. Они вообще ужасно любят, когда мы на диване сидим, лежим. А без Ани это, видите, как редко происходит. И им это, видимо, не очень нравится. Так что я даже не знаю сколько, ну, может быть, полчаса я поспала. Но очень глубокий сон был, и меня будильник разбудил, потому что воду надо пить. Хорошо, что у меня все поставлено по часам. У нас сейчас в Москве на улице 14 градусов, как вы видите. Ну, дома, так как я закрыла окно, 23 градуса. Ну, в общем, холодно и постоянно идет дождь. И, конечно, после 33 градусов это, ну, на мой взгляд, достаточно тяжело переживается. По крайней мере, вот этот перепад. Не сама температура, а именно перепад. Вот видите. А для человека, который купил... Я, кстати, так и не сдала. Я решила оставить вот эти босоножки из H&M. В общем, для человека, который купил двое босоножек, печальная погода. Очень-очень печальная погода. Ну, у нас серьезное пекло. У нас сегодня 36. А на завтра температуру уже изменили. Вместо 38 написали 40. Ну, так, серьезно, конечно, печет. И я вот вышла на террасу, нога у меня в, ну, не в гипсе, но все-таки свитер я достала, обвязала, все-таки она болит, не очень мне это нравится, вообще неприятно, ужасно. И, к сожалению, мы сегодня с вами должны раньше закончить влог, потому что Аня завтра очень-очень-очень рано вставать. То ли в 5, то ли 5:30. Может, еще раньше, не знаю. И ей нужно переслать ролики. Хотя сейчас всего 7 часов вечера. Вот солнце светит прямо в глаз. Даже через вот эти сеточки наши. Солнышко очень сильное. Ну вот, и мы обязательно с вами увидимся завтра. Завтра я расскажу вам, отвечу на вопрос, почему я не езжу на море. Или не хожу, как кто-то спросил, даже несколько человек спрашивали. Обязательно увидимся завтра. Обнимаю вас крепко-крепко. И желаю всем доброго утра, счастливого дня и спокойной ночи. Пока-пока.